Это я! Итак, здравствуйте. Это мой влог. Я сказать, я не знаю, что из этого получится. Наверное, какая-нибудь мешанина. Как и обычно. Ну, в принципе, не важно. Короче, 100% какому-нибудь. Мне нужно поработать над псковским барсом. Не псовским, короче, снежный барс. Но я покажу, конечно, концепт арты. Короче, набросок, как он у меня примерно идет. Нужно его будет сегодня перевести на большой формат. Который я сегодня не перевел. Ну, это так, к слову. Просто осталось не так много времени, а надо уже заканчивать работу, а у меня только набросок сделан. А, блин, точно. Не знаю, тут шуток, что я живот помойная крыса. Не надо, да, я знаю. Да, не удивляйтесь этому. Я уже не хочу никуда идти. Может, не надо? Блядь. Моя любимая ваза. Погружение. Baby, baby, baby. Кстати, зацените мои носки с собачкой. Думаю, прикольно. Туки-туки, всем привет. Есть целевое обучение. Допустим, 5 лет ты отучилась, угу. И 5 лет ты будешь работать в этом обучении. И на... Мне надо, я на душу хочу. Ну, я вообще не правда, я в колледже, не кажется. Ну, что я особо... Нормально или слишком понятно было? Нормально, она такая же была. Что скажешь, хорошая? Тут камера, что ли? Ну, посмотрите, что это. Там не видно нихуя. Это не я, это она. Ты дура? Может, хватит? Тебе будет приятно сидеть, твой телефон тут будет кидать? А не надо мне тут, не надо! Почему такие ресницы огромные? Или это на камере только продается? А ложка для Лизы, давай. Это лайфхаки трум-трум? Да, мой охота. Я не могу разорвать его и выкинуть в окно. Это влог Кирилла, и я уже третий час наблюдаю за тем, как он не может нарисовать квадратики. Жаль, что мы все пропустили. Так, подождите. Хватит бугаться матом, ты. Я сейчас квадратик перерисую. Не надо рисовать все квадраты. Я так замучился сегодня с этими квадратами. Я думаю, приду спокойно на лайс, нарисую уже, переведу на бумагу, переведу на эту ткань. Нихуя. А на этом все.